Всем привет, ребята! Я здесь выложила еду от Мяу-мам, которую Макс у нас кушает. Уже больше полгода он ест эту марку. Просто видео я совсем недавно выложила, так как в последнее время на ТикТоке я не очень выкладывала видео. Сейчас как-то опять вошла в колею. Вот эти вот сорта деликатес кенгуру, это серия пур. Да, у них идет по категориям. Например, пур, где состав лучше еще, да, и где просто с морковкой, например, или вот с хайдельберен, или вот такие вот мид-брокколи есть. Так, кюслихесферт, ангедемфтен кюрбис, мид-кюрбис, да, тоже есть. Вот эти сорта он очень любит, кенгуру, хун, царты циги обожает. Вот этот вот я купила два на пробу. Короче, я всегда покупаю два на пробу. Он еле как... вот этот вот он поел, ну так себе. Вот этот еле как доел. Не знаю я. Больше даже это, конечно, брать не буду. А вот это ему очень, кстати, тоже нравится. Почему я сюда положила. Это вот как-то так. Вот это вот тоже он ест. Все, что конинхен. Потом вот этот кёслихесферт. В дозе я еще ему не давала. Завтигис хюнхен, мид-брокколи ему вообще не зашло. Я ему покупала вот в таком квече даже. Он не нравится. И шмакхафт и трутан тоже он не ел еще. Вот эти дозы он еще пока не ел. Вот как-то так, ребята. Состав у Мяу-мам идеальный. Я вам показывала кенгуру, можете посмотреть состав. Ну, давайте посмотрим сейчас здесь. Например, ну, давайте вот... вот этот возьмем завтигис хун митлекера мюрхен и кацин минцы. Состав у нас идет сверху хюнафляш, это значит куриное мясо, либо герцен, печень, сердца, 72,5% мяса, да, здесь плюс фляш брюи 22,4%. Это получается 72 плюс 22, считайте. Мюрхен 4%, минераль штоф 1% и кацин минцин 0,1%. Все, весь состав, ребята. Я говорю, состав у Мяу-мам идеальный. Поэтому я перешла на Мяу-мам. Его кормлю теперь Мяу-мам. А сухой корм он ест у нас Грандорф. Но у сухого корма Грандорф нету вот такой полноценной еды. У них вот только такие вот, знаете, иркенцунгсфута. Вот, например, туна филе тунсальмон. Конечно, состав тоже неплохой, но тут нету витаминов. Вот 65% туна филе, 10% сальмон, 24% туна брод и 1% потато. Весь состав, но это как вкусняшка. Это я просто нет-нет даю как вкусняшку, да, к сухому корму Грандорф. Вот как-то так. Но сухой корм он у нас кушает не так много, например, как все-таки влажный корм он любит. Ну и я стараюсь 1-2 раза в неделю давать по-любому мясо. Сейчас я даю опять 2 раза. Как-то так. Ну вот такие вот, ребята, вот такой небольшой обзор. Присмотритесь к этой марке.